Смотрите, встретились маленькие и большие. Сейчас разговаривали так долго, успокоились, разошлись. А то прям перед сеткой встали зеленые и что-то друг другу рассказывали. Красавчики. Ах, красавчики маленькие. А большие побольше, которые побежали вон под дом, там в тенечке сидят. Мои хорошие, сегодня такая жара, сегодня прям пекло. В тени 37 градусов. И это еще не обед, представляете, это утро. Что будет в обед, вообще неизвестно. Один гусенок так старается убежать. Сейчас найдет вон там ямочку. Ага, раз, нырк, и на улице. Ага, пищишь. Чё пищишь? Не надо пищать, назад иди. Назад, к своим. Вот, правильно. Вот туда и иди. Хорошенький. Маленький. Большие гуси что-то загоношились. Ага, сегодня выпустили Гошку погулять на улице. Все сидел. Наказан был. Картошку берет. Придумал. Ведь не едят ее, а дерут. Ботву. Ага, прогнали вас, да? Вот шагайте. Шагайте, красавцы, шагайте. Видите, их прогнали, Линдочки. Вот этот красивый, да? Тега, ну повернись. Ой, совсем отвернулся. Не хочет сниматься. Красавчики наши. Жарко сегодня, сильно жарко, прям невозможно. Когда же жара кончится, не знаю. Весь июнь был холодный, а июль взялся жарить. Гуси все равно ищут тенек, где на солнце не лежат. Дожди кончились, картошка растет. Неважно, мне кажется. Мне кажется, неважно, растет. Не знаю, как урожай будет. Но вот посмотрите, она еще коротенькая какая. Воды не хватает, наверное, ей. Да, дожди-то были, но они были, ну, несколько раз сильные. А вообще так, моросили. А вот здесь вот картошка, видите? В грядке. Я уже каждый день, наверное, говорю об этом. Смотрите, какая разница, да? А в грядке я посадила на несколько дней тоже. И она уже цветет. Пошли. Холмогорики прогнали теперь Гошку. Сейчас так и будут ходить туда-сюда. А около пруда Линдочка стоит. Вот, видите, уже цветет картошка. Да. Я ее поливаю постоянно. И поэтому она хорошо растет. Вот такие дела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите-ка, что делается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гошка. Или из Гошкин кто-то. Ага. Thank you.
Гоша, ты что такой сердитый? А этот идет, смотрите-ка. Линдочка идет, идет напрямую. Нет, свернул. Я думала, сейчас нападать начнет. Смотри, смотри, смотри. Нет, не пошел. Я думала, от Гошки кто-то пошел опять цепляться. Сегодня вот этот дрался. И с кем, вы думаете? С Казановым. Да, вот этот Линдочка, вот он за картошкой стоит. Вот он, видите? Ну, он, как обычно, с его гусыней, с белой, пошел гулять. И пошел в воду, в пруд. И гусыня за ним пошла. И серый увидел. И вы знаете, ему, видать, надоело все это дело. Весь этот стыд дворовой. Он как налетел на эту Линдочку и прогнал его. Но в этот момент Линдочка, тот, который в шалаше-то жил, помните? Красивый-то тоже гусак большой. Где он? Я не вижу его пока. Сейчас я посмотрю, где он. Вот он где-то здесь, наверное. Нет, не вижу. В общем, не знаю. А, вон он, наверное. Да, он стал заступаться за вот этого гусака. Так что вот Линдочки друг за друг заступают. Смотрите, жарко рот открыл, бедненький. Жарко, дышать нечем. Видите, что около воды стоит и все равно рот открыл. А грудь, смотрите, как ходит. Видите, как тяжело дышать. Но в тени 37-38. А на солнце-то вообще, наверное... Жара жарит, как на сковороде. Что-то даже пить не стал, пошел. Около воды стоял. Ой, Господи. Что-то гусаку прям плохо, наверное. Он так тяжело дышит. Ну, хоть бы попил воды-то. Конечно, там столько пуха. Так, а здесь что у нас? Гошка опять задрался. Задирается, вернее. Аж какой. Охота купаться. Жарко. Ну, Линдочка разве даст? О, нет. Они боевущие. Холмогорики спокойно, а эти боевые. Гошкина пошли. Смотрите, пьет воду и все равно рот открыт. У гусака. Хоть бы в тенек зашел. Смотрите, что. И дышит с трудом. А у них ведь тоже бывают сердечные болезни. Кого-то увидел.